получил орден чести за доблесть в сражении на священной земле Геттисберга. В составе 7-го кавалерийского полка он участвовал в триумфальном походе против самых свирепых индейских племен. Дамы и господа, я представлю сейчас капитана Нейтана Олгрена. Капитан Нейтан Олгрен. Да, да. Это самый... Одну минуту. Проклятие, Олгрен, ступай туда. Это твое последнее выступление. Ты уволен. Иди туда. Давай, приободрись. Давай. Да! Спасибо, мистер МакКейб. Мне очень лестно. А это, дамы и господа... Оружие, покорившее Запад. Признаюсь, сколько раз мне приходилось отбиваться от окружавшей меня своры разъяренных дикарей. И лишь эта винтовка спасала меня от неминуемой и жуткой смерти. Я вам так скажу, краснокожие страшные варвары. И если бы хоть раз вышло по-ихнему, я бы тут же расстался со своим скальпом. И сегодня вы бы видели перед собой человека с большой лысиной. Как у тех бедолаг под Литл Биткорн. Раздетых догола. Изуродованных. Гниющих на солнце. А это, дамы и господа, Винчестер 73-го года. Траппер. 7 патронов. Прицельная дальность 400 ярдов, выстрел в секунду. Сынок, ты видел, что он делает с человеком? Одна секунда, и отца твоего нет. Да, мисс. Такой красавец. Можно прикончить 5, 6, 7 воинов и даже перезаряжать не нужно. Просто передергивается затвор. И легко спускается курок. Примите благодарность за все это. От имени убитых ради механического усовершенствования этих славных игрушек. Мистер МакКейб примет у вас заказы. И дай вам всем Бог.